Французов на 2 балла в лучшую сторону отличался от катания англичан. Но, тем не менее, это не самое интересное, что на этих соревнованиях. А мы переходим к самому интересному. Это канадцам и американцам. Канадцы Тесса Вирт и Скотт Мойер катают прямо сейчас свой произвольный танец. А через 5 минут здесь на арене уже окажутся Дэвис и Уайт. Уже, наверное, в 10-й раз за сегодняшний день
Зрители выполняют эту гимнастику, встают и хлопают. Встают и хлопают. Целый стадион, Yoyogi National Stadium в Токио, переполненный, приветствует канадцев. Знаете, Василий, я, в принципе, готов с ними согласиться, потому что очень талантливые канадские исполнители, очень талантливо исполнили эту произвольную программу. Другой вопрос, что я не буду углубляться, нравится мне данный выбор музыки, нравится ли мне это платье, нравится ли мне еще что-то или не нравится. Но, тем не менее, талант, он виден издалека, вне зависимости от той страны, которую он представляет, и эти ребята, безусловно, очень талантливы и с очень большим вдохновением и профессиональным ощущением каждого движения, которое они исполняют, демонстрируют нам свою, продемонстрировали нам свою произвольную программу. И, безусловно, очень радостно всегда наблюдать рождение таланта, его восхождение к вершинам. И вот это именно как раз тот случай, когда, безусловно, приятно смотреть на ребят и восторженно аплодировать им вместе с японской публикой. Хотя, конечно же, ошибок было много. Эти ошибки, безусловно, будут отражены в оценках. Или нет? Да будут, Василий, поверьте мне, будут отражены они в оценках. Абсолютно гениально чувствующий музыку партнер. Знаете, когда настоящий мужик в паре, это всегда чувствуется. Это видно, очаровательная, нежная партнерша. На этих соревнованиях в отсутствии мировых лидеров, безусловно, приятно наслаждаться хорошим катанием канадцев. Напряженные глаза. Но, тем не менее, personal best, лучший результат сезона, они увеличивают на 1 балл, что абсолютно заслуженно. И на данный момент занимают 1-е место. Хазуева тут же убегает в следующей паре. Да, очень странно, что Игоря Шпильбанта здесь нету.